Как художник заставил весь Париж влюбиться в куртизанку. Весной 1878 года движение по улице Шоссе де Антен было перекрыто. Люди стекались к витрине мебельного магазина, чтобы полюбоваться обнаженной девушкой. Что же случилось? Сейчас расскажем, а вы подписывайтесь на канал и забирайте скидку на Литрес в закрепе. Известный молодой художник Анри Жерве задумал картину Ролла как иллюстрацию к одноименной поэме. Главный герой, прожигатель жизни Жак Ролла, достиг дна и решил свести счеты с жизнью. Но перед уходом купил невинность юный Марион. Критики пришли в ужас от полотна. Художник прямо указывал, что перед нами куртизанка. И, о ужас, на картине ни капли осуждения. Соблазнительная фигура героини окутана светом, она буквально заставляет любоваться собой. Натурщица Жерве, девица без комплексов, потребовала пририсовать к телу другое лицо, чтобы избежать сходства с развратной картиной. Когда парижский салон отверг работу Жерве, обиженный художник отдал ее в мебельный магазин, заработав едва ли не большую популярность.